Проект «Астрология и контакты с иным разумом». В 2020 году был создан исследовательский астрологический проект для изучения феномена контакта с иным разумом. Цель проекта – получить ответы на следующие вопросы. Почему человек становится контактером? Цели контактов. Как сделать контакты более эффективными? Что общего у разных контактеров? Определение истинности контактера и контакта. Методика исследования. Анализ гороскопа контактера на наличие способностей к контактам. Сравнение гороскопов контактеров на присутствие похожих комбинаций, точек пересечения. Выявление особенностей контакта у каждого контактера. Первые результаты исследования. Были проанализированы 8 гороскопов потенциальных контактеров. Во всех гороскопах выявлены схожие между собой астрологические комбинации, указывающие на предрасположенность к контактам. Но эффект от таких комбинаций различный, так как учитываются и другие показатели гороскопа, что говорит нам о наличии у контактеров разных по качеству и типу контактов. Приглашаем к участию. Если вы ощущаете себя контактером с внеземными цивилизациями или с вами происходят необычные явления, связанные с пришельцами, то приглашаем вас принять участие в данном проекте. Для исследования необходимы ваши данные о времени и месте рождения. Участие в проекте является бесплатным и анонимным. Описание вашей истории контакта приветствуется. Исследования проводят информационный проект «Другой мир» и телеканал о непознанном ТВ «Экстра».